Этому турниру уже 17 лет, но именно в этом году соревнования впервые получили статус Кубка главы города Сочи. В этот раз на курорт приехали около 1000 участников со всей России, представлено 22 региона. Честь Сочи защищали воспитанники 12 танцевальных студий. Кубки и медали не единственное, зачем спортсмены пришли на этот танцпол. Нам очень важно набрать больше баллов, чтобы повысить свой опыт в танцах. Поэтому мы очень долго готовились к этому, чтобы набрать эти баллы и в новый возраст перейти с лучшим результатом. Организаторами турнира выступили Департамент физической культуры и спорта администрации города и Сочинская федерация танцевального спорта. В программе соревнований европейские и латиноамериканские танцы. На танцполе ребята разных возрастных категорий, от совсем маленьких до взрослых, которые уже успели привести титулы с различных турниров. Самые зрелищные – это командные этапы. Собираются танцоры возраста Ю-1, Ю-2, молодежь, взрослые. То есть самые такие яркие, которые очень сильные. И ребята уже готовы к выступлениям, показательным, все. То есть в них уже есть все. Для сочинцев этот кубок стал в буквальном смысле жемчужным. Наши земляки стали участниками 33 финалов, а 10 сочинских пар признаны призерами соревнований. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.